сейчас слово представителю Китая. Господин председатель, хотелось бы поблагодарить ЗГС Фелтмана за брифинг. Ситуация в восточной части Украины в последнее время становится все более и более турбулентной с усилением вооруженных столкновений и насилия, в результате чего гибнут люди и разрушают имущество. Китай глубоко озабочен и обеспокоен в связи с такой ситуацией. Сейчас первый приоритет состоит в том, чтобы эффективно и на всесторонней основе обеспечить выполнение минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами, обеспечивать сдержанность, не допускать дальнейшую эскалацию конфликта и конфронтации. А также важно в ближайшее по возможности время установить прекращение огня, прекращение насилия в восточной части Украины. Китай считает, что политическое решение – это единственный выход из ситуации, возникшей на Украине. Украинский кризис коренится в сложных исторических фактах, современных причинах. Основополагающее решение украинского вопроса связано с тем, чтобы в полной мере признать законные права и устремления всех регионов и этнических групп на Украине с надлежащим вниманием к разумным озабоченностям заинтересованных сторон, для того чтобы интересы всех сторон обеспечивались бы на сбалансированной основе. Китай поддерживает недавние усилия соответствующих сторон для того, чтобы добиться политического урегулирования украинского вопроса, и рассчитывает на то, что совместными усилиями удастся обеспечить взаимный учет законных интересов и озабоченностей каждой стороны через соответствующие посреднические механизмы, такие как Минский и Нормандский форматы, и удастся установить всеобъемлющее, прочное, постоянное политическое регулирование в ближайшее по возможности время для того, чтобы установить мир, безопасность, обеспечить стабильность и развитие как на Украине, так и в масштабах всего региона в целом. Китай придерживается давней позиции по сохранению суверенитета, территориальной целостности всех сторон. Мы поддерживаем любые шаги, которые будут способствовать ведению диалога, проведению консультаций в поисках политического регулирования украинского кризиса. Мы намерены придерживаться своей объективной и справедливой позиции для того, чтобы играть позитивную, конструктивную роль в деле изыскания политического решения украинского вопроса. Благодарю вас, господин председатель. Благодарю